По просьбам подписчиков расскажу о томате «Богатырь Илюша». Это коротенький мини-обзор сорта от фирмы «Аэлита». Полноценный обзор будет позже, так как нужно повторно вырастить томат. Так случилось, что в первый сезон сорт показал себя совсем плохо по всем параметрам. «Богатырь Илюша» – сорт индетерминантный и, как нам обещают на упаковке, семенами роднеспелый, сердцевидными устойчивыми к растрескиванию плодами массой от 180 до 400 грамм. С этим сортом все не задалось с самого начала. Схожесть семян была очень низкая. В рассаде томат был слабенький по сравнению со многими сердцевидными сортами. Вы знаете, сердцевидные часто хиленькие на вид. Я сразу понял, что сделать полноценный обзор сорта не получится. Томат очень плохо переносил жару по сравнению с другими сортами, почти не завязывал плоды, а те, что завязывал, были не совсем сердцевидной формы, а плоско-сердцевидной. Не знаю, как еще ее назвать. В принципе, на вид плоды симпатичные. По срокам созревания не показал себя как раннеспелый, и урожайности фактически на нем не было. Масса плодов соответствовала заявленной, те помидоры, которые созрели, были по 250-300 грамм. По структуре внутри нормальные, но были склонны к растрескиванию. По вкусу неинтересные, не хватало сладости и кислинки. Сладость была и кислинка присутствовала, но не ярко выражена, больше пресновато. Конечно, по сравнению с любыми магазинами вкусные, но для меня это не вкус. В общем, томат «Богатырь Илюша», возможно из-за плохих семян, не смог показать себя. По возможности выращу его повторно, но точно еще не знаю когда. Нужна другая партия семян, может тогда повезет. Я оставил и свои семена с него, но не уверен, что при таких результатах стоит выращивать его из своих семян. Если вы выращивали томат «Богатырь Илюша», поделитесь своими впечатлениями о сорте. Возможно, у вас получилось вырастить его в соответствии с описанием от производителя семян. Этот мини-отзыв о сорте я записал, потому что просили. Не знаю, стоит ли делать видео о неудачном опыте выращивания или лучше попытаться вырастить томат несколько раз. Что скажете?